винтажный стерео усилитель, не усилитель, а ресивер Sansui, модель называется 310. Он собран на твердотельных транзисторах, говорит вот эта вот надпись, выгравированная на алюминии Solid State. Аппарат красив до безумия, морда передняя в стиле Macintosh. Значит, выпускался он в 1972 году. Сохран отличный, поет тоже отлично. Значит, питание у него 220 вольт, о чем говорит вот эта шильда. Привезен он из Финляндии. Собирали, поставляли в Европу. Значит, вот такой серийный номер. Последний 126. Две пары колодок акустических, то есть два терминала А, Б. К акустике он не капризен, от 4 до 16 Ом. Мощность у него, честно заявленная, 8 Ом. Мощность по 15 Ватт на канал при 8 Омах. Значит, здесь есть антенна средняя, но она ничего не ловит, уже умирает эти средние волны. Значит, выход на, вернее, входы реализованы на разъемах РЦА. Значит, как имеет, значит, фонокорректор вот за земелькой. Земелька такая у него, фонокорректор. Вот AUX я запитал сейчас CD. Значит, монитор, ну, это значит, вот на запись магнитофона дублируется запись магнитофона, тейп-рекордер. Это значит 5-пиновый разъемчик. Вот, значит, антенны подсоединения FM, тоже на закрутках такие. Деревянный Macintosh, значит, все ручки красивые, ничего не хрустит, не трещит. На борту, значит, имеет что, ну, переключатель сказал, А, Б, значит, если 4 Ома, можно ВА слушать, в Б по 4, если на А, Б 2 пары акустики, то, соответственно, 8 Ом. Есть выход на наушники, 6,3 мм разъем, значит, фильтр бас, фильтр трэбл, это высокие и низкие частоты. Ручка громкости, само собой баланс. Ручка настройки винера и переключение источников входа. Значит, имеется, как я уже сказал, фонокорректор ММ настоящий, FM. А FM у него представлен, значит, диапазон очень хороший, полный, 8,7,5 до 108 МГц. Значит, имеет 3, значит, 4 кнопочки такие нажимного типа. Фильтр Лондес, расширение, диапазон на малых громкостях. Я называю это прибавлением баса, что на самом деле так и есть. Кнопка моностерео, тейп-монитор, запись на магнитофон и еще какой-то MPX нойзе фильтр. Вот, ну что, включаем, да. Я уже сказал, что он выпускался в 1972 году. Питание 220 вольт на транзисторах. Звучит великолепно. Включаем. Вот нас встречает. Так, что нас встречает? Мы с ним или с ней познакомились? Так, давайте 90. Да, на ней можно болтать. Вот стереодекодер загорелся. Соответственно, уровень сигнала чем больше вправо, тем лучше. Поставлю на 9 часов, вот на 9, будем слушать. Так, баланс, стерео, правый канал, стерео, левый канал. Ничего не хрустит, громкость не хрустит. Высоких добавим. Если включим ли выбрать идеальный автомобиль. Ну, чем сильнее станция, тем лучше работает уровень сигнала. И будут под него бы большой. На самом деле хватает до дури. В
то время исчисление велось по-другому. 15 ватт соответствует современным усилителям. Ватт по 60 на канал. Великолепно отыгрывает. Аппарат не купанный. Вот, делался для Европы. Выключаю его, а то уж больно басит. Или сделаю баска вот так. Алло, да, включим. Вот про что я говорил, винир светится. Ой, немножко наврал я вам, господа. До 104 и до 108. Наша реклама. Ну. Наврал немножко, но что поделать. Их все равно хватит. Там станция в Питере штук 35 принимает. В других регионах, я надеюсь, тоже много. Так, стерео-то надо поймать. О, стерео. Ладно, переходим мы к прослушиванию. Сиди, как она поет, сиди. Великолепно. Вот на такую балалайскую акустику играет очень хорошо. Если ему динамики на бумаге, чуйкой там 90, то будет вообще просто чудная. Тандемная двоечка.
хороший ресивер, достойный, с отличным звучанием. По вопросам приобретения обращайтесь по телефону 8-904-608-68-31. Не стесняйтесь, зовут меня Олег. Аппарат находится в городе Санкт-Петербург. Спасибо.